Марину наши предки в 16 день марта. Выходили в поля и обходили их крест-накрест, чтобы привлечь внимание солнца. Одарит ли нас своим вниманием небесное светило в ближайшие сутки без особых обрядов? Узнаем об этом совсем скоро. В эфире прогноз погоды. Я его ведущий Николай Диденко. Здравствуйте. Что ж, в пятницу, согласно данным синоптиков, солнечный свет лишь изредка сможет пробиться сквозь серые тучи. Вот уже который день они буквально атакуют украинские просторы. Практически повсеместно выпадут осадки. При этом средняя дневная температура воздуха по стране плюс 5 градусов. А сейчас детальнее о метеорологической ситуации в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от минус 4 до плюс 4 градусов. В Черкасах и Кропивницком небо на протяжении всего дня будет оставаться облачным. Кроме того, прогнозируются осадки в виде снега и снега с дождем. А вот над Полтавой небосвод не раз прояснится, и хмурые тучи обойдут город стороной. На юге страны термометры в течение суток покажут от 3 до 12 градусов со знаком плюс. Жители Херсона и Одессы на протяжении всей пятницы смогут наблюдать лишь пасмурный небосвод, дожди и туман. В Симферополе прояснения возможны, но дождя и тумана городу не избежать. 16 марта Луна находится в созвездии Рыб. Специалисты рекомендуют поберечь свои силы и не предпринимать ничего, что может кардинально поменять жизнь. Обратите внимание на рутинные вопросы и бытовые хлопоты. Наведите порядок в шкафу или сделайте влажную уборку. А вот дальних поездок лучше воздержаться. Ну а мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2 и 12 градусов выше 0. Несмотря на периодические просветы, жители области ожидают обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ночного тумана. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до минус 6, а максимальная дневная поднимется всего лишь до нулевой отметки. Здесь снова воцарится зима, снега и метели заметут регион, да и прояснений в этот день не предвидится. На востоке Украины осадков будет меньше, но без дождя и мокрого снега в регионе не обойтись. Однако синоптики уверяют, что и прояснений в этот день будет достаточно. Местные термометры в течение суток покажут от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. 16 марта атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха местами поднимется до 98%. При этом скорость ветра разовьется до 6 метров в секунду. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть от 0 до плюс 1 градуса. А днем прогнозируется 6-7 градусов тепла. Наряду с периодическими просветами над областью в Луганске и Алчевске предвидятся осадки в виде мокрого снега. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 1-2 градуса выше 0, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 5 и 7 градусов. В основном в области предвидится переменная облачность. В темное время суток в Донецке и Мариуполе возможен туман. Также в областном центре после заката пройдет дождь. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до плюс 2 градусов, а в дневное время от 3 до 7. Над Павлоградом небо будет оставаться пасмурным вплоть до вечерних часов, когда облака полностью покроют город. Днепр и Кривой Рог серые тучи займут на целые сутки. Это повлечет за собой осадки в виде тумана, мокрого снега и дождя. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от минус 2 до 0 Киев проведет этот день под пасмурным небом. После обеда в городе начнется мокрый снег, который завершится лишь поздно вечером. Вот такой еще немного зимний выдастся пятница 16 марта. Пусть холода вас не расстраивают, а только закаляют. Весна ведь неизбежна. До встречи в нашей студии.